Баня есть. Оцелот. Оцелот тут, панда тут, этот же тут. Ребята, всем привет, с вами Рыжий Топчик, и сегодня мы с вами продолжим выживание в Майнкрафте. Я думаю, вы уже заметили то, что у меня алмаз на меч в руках. Вы думаете, в смысле, ты же не снимал видео и все такое. Короче, ребята, я за кадром это все сделал. Потому что, ребят, мы в каждом видео, там, когда в шахту зашли, мы не находили ни одного алмаза. И я подумал, а что если мне за кадром это добыть, и все. Вот, теперь у меня алмазный меч, я только добыл два. Кстати, данжи. Вон там, недалеко достаточно, находит данж. Там. В смысле, вот это тут. Ну, короче, ладно, сейчас не об этом. Я вот, кстати, я нашел заброшенный портал, добыл себе. Как я вас ненавижу. Вот я честно ненавижу их. Они задр... Почему в каждом ме... Почему вот каждый раз вот здесь вот именно он взрывается? Вот специально вот всегда вот где-то вот здесь сидят и поджидают меня. Что мне делать теперь с этим? Чуть-чуть чинить. Кстати, на этом месте можно джакузи сделать. Но я не хочу. Кстати, реально можно джакузи типа, вот так вот обстроить. Ну... Ладно, яма пусть тут будет еще. Будем скидывать сюда ненужные вещи, будет как мусор. Так, житель жив, можно открыть. Все, живи. Так, лама есть, тут есть. Так, и баня. И я как бы понял то, что... Я понял, как разбираться, я понял, как крафтить все. Я, короче, еще как раз добыл уголь. Господи, как мне достали эти криперы, вот честно, просто не знаю. За кадром потом как мне сделать. Заходим сюда, и вот 8 костров делаем. Все, 8 костров. И вы не понимаете, для чего же это. Да. Так, у меня есть только вот столько дерева. Серьезно. Кстати, давайте сделаем золото. Да. Так, теперь, кстати, мне как раз нужно вот это вот все. Давайте вместо этого сейчас. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот поставим, да? Вот здесь. Так, я вот не помню, можно ли делать так. Блин, черт, я вообще позабывал. Железо добавили, готовчик. Ладно, погнали. Берем костеры, костры. Так, тут нам нужно, короче, дерево. Извиняюсь. Да. Вообще я не собирался ролик купить, потому что, ребят, я просто пропал. Вы думаете, вы что, почему? Почему? Ты же говорил, вау, там выйдет ролик. Да, я в Телеграме сообщаю, но в Ютубе не сообщаю, только в Телеграме буду сообщать. Потому что переходите, мне нужно узнавать информацию. А то вы все время не переходите, и вы не знаете. Вот сейчас я вам сказал вот это, такие, чё? Чё? Вы просто не понимаете, что происходит. Так что советую лучше перейти, чтобы все понимать. Но я там в Телеграме говорил о том, то, что я собираю в 2 начать, в 3, в 4, в 5 выпустить это так. Ну или в 3 закончить, в 4, в 5 выпустить. У меня ничего не получилось, потому что интернета не было у меня. Да, YouTube конкретно в смысле не работал. Интернет сам был, там все работало, TikTok работал. Если бы не было интернета, то TikTok бы не работал у меня. А так у меня интернет был, а YouTube сам не работал. Значит, это что-то, ребят, с Ютубом было. Ну, не знаю, мне так сказали, типа, это с Ютубом что-то, наверное. Не наверное, сказали уж точно, это с Ютубом. Организация Ютуб. Что-то у них там случилось. Кто-то ломает. Вообще, в некоторых странах или в городах, знаете, что? WhatsApp взломали. Ну, если 2 дня, 3 дня где-то он так не работал. И WhatsApp, вы заметили, начал WhatsApp, сейчас Ютуб уже начал. Какой-то хакер объявился, еще следующее. Майнкрафт будут что взломать. И добавят там майн... Не знаю, что кого добавят. Так. Теперь делаем полублоки. Хотя, может, не обязательно, но, наверное, лучше сделать их. Так, ну нам это уж точно хватит. Делаем вот так. Вы не понимаете, для чего же. Сейчас мы достроим и пойдем, ребята, заниматься делами. Так, все, погнали, надо перекусить. Наконец-то, ребята, у меня хоть алмазный меч, потому что, ребят, вообще неудобно ничего, и вот, это уже где-то 14, уже такая серия. Так, все, давайте вот это ломаем, как раз, кстати, и пригодится. Так, погнали, наломаем вот это вот.
Так, теперь, значит, ага, значит, теперь нужно скопать вот это. Минимум по два блока. Надо, смотрите, вот раз, два. Раз, два. Нам вот мы потратим три. Тут еще раз, два, три. Это получается шесть. Значит, еще вот этих три, значит, семь, восемь. Вот столько всего мы заполним. Да. Мало. Очень. Раз, давайте, а давайте на вход, а не, давай, ай, ё-моё, ладно, давайте здесь, давайте. Раз, два, а давайте их везде просто поставим, будет как, вот так вот будет все воспаряться, мать моя женщина. Так, еще вот здесь поставить, тихо, горю! Горю, 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 горю. Спокойно. Так, о, господи. Да господи, куда я закрываю? Так, я, ребят, к вам вернусь. Да, ребят, все я правильно сделал. Вот видите, из этого уходит все равно пар сквозь. Так что... да ядреный случай. Ничего, нифига не видно. Ага. Так. Так, вот это мы ломаем. Господи. Ребят, хоть что-то кто-то видит, я ничего. Вам, наверное, легче. Вот мне... очень сложно. Так. Да ядреный случай, пофиг. Так. Тут, подождите, тут же один есть, нет? Вот. Так. Оп. Так, все отлично, пока работает. Вот это не работает, ладно, пофиг. И оп. Фух, ребят, вот о чем я говорю. Давайте еще. Так, а он будет дальше дымиться? Понятно. Ну и сидит тут скорее. В ТикТоке. Ну ладно, вот здесь вот он вот так вот сидит. И все, ребят, баня готова. Баня отлично готова. Теперь можно вот сюда заходить и париться. Так. Давайте вот здесь, кстати, на всякий случай, если захочет он сбежать как-то, вот так сделаем. Это чисто для защиты. Кстати, ребят, посмотрите, сколько арбузов уже выросло. Да, я сам, ребят, в шоке. Так, все вот так вот делаем. Чтоб уж точно он не сбежал никуда. А то я знаю этих оцелотов наших. Они-то, ребят, ловкие. Они-то могут сбежать легко. Хоть это и Майнкрафт, ребят. Везде вот так вот сделаем. И вот смотрите как. Смотрите. Здесь сделаем вот так. Вот так. Здесь он уж точно. Возьмем вот так вот. Будем тут забираться. И все, ребята. Точно так же и с той стороны. А, ладно, там не буду. Простите, молодой человек. Все, и вот так вот будем заходить, и можем на него смотреть. Беркут наш. Кто не помнит, его зовут Беркут. Если что. Да. Я, кстати, даже не придумал, чем мы заниматься будем. Я для начала я хотел достроить вот эту вот баню. Теперь нам... арбузы собирать! Точно! Кстати, ребят, в воскресенье уже стрим. Кто помнит? Уже сегодня пятница, завтра суббота. Потом воскресенье и все. Так. Так, собираем, собираем, собираем. И все, ребят, вы посмотрите, мы собрали пару арбуз. У нас уже... и у нас уже 60 штук, еще 4 штучки, и все будет уже у нас так. Короче, ребят, погнали, сделаем новые сундучки. Нам нужно реально новые сундуки, потому что я уже так не могу. О, два как раз вот. А, нет. А, да. Так, где мы его поставим? Давайте вот здесь где-нибудь. Давайте вверху. И выкладываем ненужные нам вещи. Лук нужен, вот это не нужно, вот это не нужно, не нужно, вот это не нужно, вот это нужно, вот это нужно, не нужно. Складываем все то, что нам не нужно. Нет, золото пригодится. Это не нужно. Факелы пригодятся. Вот так, это мы выбираем сюда. Это нужно.
Это вот смотрите, как мы сейчас. Ладно, давайте тоже мотыгу уберем, она нам не нужна. Временно. Ну, в принципе, все. Мы все убрали. Теперь мы подготовлены. Можно спать. Ой, капец, уже 10 минут, а мы только ложимся спать тут. Так. Так, криперки. Тихо. Где? Иди нафиг. Стрелок 3000. Так. Крипер мой молодой. Пым. Блин, вот сейчас... Ну, может, еще один костер сделать? У меня хватает? Нет. Все время забыла, нужно сделать. Можешь... О, кстати, ребят, помните... А, нет. Я вам говорил, что я портал еще заброшенный нашел. Там обсидиан. Мы могли бы добыть, но у меня железная кирка. Подожди, у меня есть еще уголь? Хоть чуть-чуть. Нет? Серьезно, нету? Подождите. Вот тут можно посмотреть. У нас... О, не повезло. Ладно. Погнали. Кстати, мы можем сделать, кстати... О, знаете, что я хочу сделать? Побежали быстрее, короче, в деревню. Я хочу сделать его, знаете, кузнецом. Я не знаю, там есть специальное для него. Мы сможем потом у него прикупить какие-нибудь либо вещи. Либо вещи. Хотелось бы себе коричневую панду. О, две панды. Шахта. Нет, это уж точно, это старая. Я вот уверен на все 100. Тем более, что-то там виднеется, там это, ладно. Вон наша деревуха. Кстати, это начало, можешь здесь же посмотреть. Вот, кстати! Фух, повезло. Помните, ребят, это мы тут начинали копаться, мы тут еще камень добывали. Это капец старое все. А у нас уже алмазы. Да ядреный случай, поплыли давай. Так, да, сегодня ролик такой в ночной вышел, потому что, ребят, как вы поняли, у меня интернета нифига не было, я ничего не мог сделать. И пришлось вот ролик ночью выпускать. Я сам хотел, ребят, утром выпустить, днем, но я не знал, что вот такое будет. Эти сундучки, ничего. Эти дома, походу, заброшены, да? Да, эти дома, походу, заброшены. Так. О, нет. Так, тут нет. Молодцы, арбузы растете. Красавчики, тоже арбузики любите. Да, я тоже люблю. Все в меня. Так, тут нету. Надо идти такое здание, где прям подходит. Кстати, я в этом... А, да, я это... Это начало, мы в начале. Кстати, там же еще вдалеке домики. Я раньше вообще не знал, когда я только начинал играть. О, нифига, ну заберем. Друг к другу зайдет. Какой-нибудь, не знаю. Не пригодится, пригодится. О, кстати, котел вот нам пригодится. Для баньки. Житель, спасибо, я надеюсь, вы одолжили мне. Тут еще один, сколько там? А, тут я облутал тоже. Вот еще домики. Хотя здесь вряд ли, ну давайте посмотрим. О, смотрите, ну, дома, кстати, а, нет, так, тут просто трава. Так, тут ничего, стены мы потом заберем, пока едите его, пока есть шанс у вас, а то я сожору все. Блин, пацаны, что, у вас больше ничего нет, что ли? Да, но этот домик маленький, вряд ли там есть. А вот, подождите, а вот здесь, а, мы здесь были. Побежали, там еще домики. Вот это зельеварки, кстати. Это зельеварка, да? Зельеварка. Ну, не знаю, она пригодится. Но когда-нибудь прибежим за ней, может быть. Так, это я тоже, да, зельеварка? Да, я уже видел. Это там зельеварка.
Так, овчонок. Ой, в смысле, ламанёнок. Ламанёнок, класс. Блин, вообще, в деревне какая-то, что с вами? Почему у вас нет нормальных вещей? Вон, здесь еще есть. Так, тут я, наверное, облутывал. Да-да. Или нет, даже не знаю даже. О, нет, блин. Мы нифига ничего не нашли. Так, куда стрела полетит? Типа, куда она вот так приземлится? То туда и пойдем. И она нам покажет землю. Спасибо. Она, кстати, заметила, я когда это... Она пока... Давайте... Походу, она улетела в солнце, а солнце сейчас ее сожжет. Ладно, ребят, надо бежать быстрее уже домой. Блин, капец, сегодня ничего не делали, только когда делали баню. Котика приручить! Я только что это понял. Котика давайте приручим. Котика! Прыгаем в воду! На абордаж! А вот они... тропическую рыбку они любят. Ой, не тропическую, а вот эту вот. Как там? Заёма, плыви! Ядрём батон, мне надо пожрать. Треска, они треску любят тоже. Так, на, отлично. Так. Хоть какой-то тоже друг у меня будет. Так, давайте, на. Мы ему тоже, ребят, сделаем отдельный домик, чтобы у меня вообще в доме не жили. Косточки нам тоже пригодятся, ребят. Волка приручить. Лосось! На! Не. Так, тогда побежали за треской. Прям. Так, сколько у нас уже трески у нас? Ну, не знаю, пойдемте пока. Ну, в принципе, хорошо. Я сразу почему-то не подумал о котике. Почему я сразу о котике не подумал? Я люблю котиков. Конечно, собак больше, но котиков тоже люблю. Да. Знаете, я не знаю... Кстати, когда я добывал алмазы, я видел рыжего кота. И вы понимаете, вот этого я хочу. Не знаю, есть ли он тут. Белая кошечка, черненький негр. Негр черный. Черный негр. Блин, что, рыжего нету котика, что ли? Блин, грустно. Но я его официально видел, я не тупой. Я не слепошар какой-то. Ладно, давайте уже приручим беленькую. Смотрите, у нее разные глазки. Давайте ко мне кто-нибудь. Ждем. Подходите. Давайте подойдите. Тихо, ребят. Тихо. Так, отлично. Первое есть. Я хочу два котика. Знаете почему? Потому что, ребят, может быть, потом себе маленького котика. Объявляю вас мужем и женой. Отлично. Так, покушайте. Кушать. Все. Блин, ту кошечку, она беленькая, такая хочет рыбку, да? А ну иди сюда. Стой, я тебя пока... Ладно, на тебе его треску, что поешь, на. Чё, погнали, кота феичи, потом это... Точно. Здорово, братан! Куда пошел? Все, сразу маленького... Куда пошел? Это не твоя мать. Смотри, сколько тут маленьких котов. Побежали, братки, побежали домой, давайте. У меня теперь, ребят, три котика. Вот, это у нас, не знаю, ее как еще назовем, но придумаем. Вы знаете, ребят, хотелось бы сделать удочку, а потом словить для них бирку. Так, все тут, так, котик прибегает. Побежали, мужики.
Папаша, куда ты? А, кстати, скорее всего, вот это мальчик, а вот это девочка. Потому что, смотрите, от нее вот ребеночек вышел. Котик маленький, котик. Давайте раз, два, прыгаем. Раз, два, три, прыгаем. А, не прыгнула. Так, пацаны, я надеюсь, вы умеете. В смысле, пацаны и девчонки, я надеюсь, вы умеете плавать. А где ваш папа? А, мама, ваш папа. Давайте побежали быстрее только. А где мама? А, нет, это мужик, господи, я путаю их. Пацаны, давайте быстрее, тут чуть-чуть осталось. Пацаны и девчонки, давайте так. Так, не знаю, это тут малыш есть. А где? А, вот. Все, побежали мужики. Они временно поживут где-нибудь рядом с жителем, где их пока поживут. Оп, оп. О, эндермен, смотрим. Отлично, все бегут. Так, быстрее, 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 мы домой прибежали. Давайте вот сюда, вот сюда, вот сюда, давайте куда-нибудь вот сюда, вот сюда. Вот сюда засядем. Так, 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 все. Сидите пока дружно, а я пока побегу. Так, я надо, знаете, скрафтить еще нам удочку. Половим, может, пару бирочек. Все, отлично, господи. Так. У нас есть хоть какие-то нитки? Я помню то, что... Вот это везение. Только она очень... Он очень-очень сломан. Это капец. Это капец она сломана. Незарит? Так. У нас есть какие-то удочки? Можно же это так. Нету. Тут тем более не будет. Палочки нам пригодятся. Тут нет. Ладно. Пауки. Вы где? Пауки. Ладно, пойдемте на оставшуюся вот эту удочку хоть что-то половим. Так, спущусь. Половим чисто рыбу по-мужски. Ждем. Треска. Нормально. Могу потом их покормить. Может, сейчас бирку хоть какая-то... А, нам же еще наковальня нужна. Фу. Ладно, просто рыбу половим. О. Черт, схавала. Так. Треска, ура. Давайте еще последнюю. Давайте подальше запустим. Пнюм. И будем ждать. И... О, нормально, лосось, погнали их кормить. Так, все, сейчас будем заканчивать. Это он идет уже почти 25 минут. Как бы вот такая вот долгая серия я решил выпустить. Честь, это, так скажем, типа вам подарочек, то, что я долго так не снимал. Обещал другое, получилось другое. Эй, рыбы! Ой. Рыбы. Коты! Рыбки, рыбки. Так. Так. И ты, не бойся, ты не остался без обеда. Давай тебе лосось. Все, живите дружно, и все. Следующая рыба здесь. Эндермен, ты меня бесишь. Где ты, крыса волосатая? Надо, короче, ему по ногам бить. Делаем, делаем, делаем. Так, смотрим в глаза. Знаешь, интересный факт? Где он? Где? Ты где? Ой, идиот. Телепортировался и где-то сейчас сдохнет, скорее всего. А! Если вот так вот ему смотреть в глаза... Тихо. Э! Ты где? Братан, братан, братан. Спокойно, 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 спокойно. Где ты? Дебил! Дебил куда-то пропал. Васёк! Васька пропал, ребята. Все, он походу телепортировался. Где-то сейчас... А, это у меня в реальной жизни. Я думаю, у меня в этом...
Все, он где-то сдохнет сейчас. Все, ребят, не забудьте подписываться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, пока-то всем удачи, всем пока!